В общем, сделано то, что могло быть сделано. Сегодня туман, поэтому Паха и вспомнил про графа Дракулу. Сейчас прям очень оперативно на грим. Сейчас я сделаю, что я не говорю по-английски, и просто скажу, у меня запись. Кувейт. Everywhere Кувейт. Еще называется, ничего не началось. Тут уже прям ахтунг. Сейчас мы идем к человеку, который не может не быть на про-турнире. Ну и вот, как написали в интернете, русский гигант. Видите, он занимает половину практически бэкстейджа со своим ростом. Сегодня мимо, но не сегодня бывает. Да. Тут, тут судили. Мой мимо герой. Фу, ну что, доброе утро. Ой. Доброе утро, друзья. Ну что? В общем, сделано то, что могло быть сделано. Что не могло быть не сделано, не сделано. Дракулы после этих. Собирался к Дракуле? Собирался к Дракуле с Жинкой. Ну, визы 9, и Жинка не долетела, поэтому без Дракулы сегодня. Дракула, только Дракула. Бодибилдинг. Дракула хуякова, короче. Все, ждем такси. Сегодня туман, поэтому Паха и вспомнил про графа Дракулу. В общем, чуть-чуть подзадержались. Сколько ехать нам до этого пишет? Пока непонятно. Ну ладно, думаю, что минут 10. Будем влетать. Краситься. У меня категория третья, по сути. Ну, передо мной пара женских. Но думаю, они будут очень быстрыми. Поэтому на все про все полтора часа. Ну, плюс начало какая-то заминка должна быть. В 9 утра уж не начнут. Все, ждем машину. Грим. И что могли, то сделали. Кстати, животик еще крутит. Походу, я еще сделаю там победу. Наша ракета. Погнали. Доброе утро. Здорово. Все, ребятки. Местами русский десант, не считая меня. Сейчас прям очень оперативно на грим. Мальчики топают. Но судя по форме, мальчики в шортах, поэтому... Ну, сейчас я сделаю, что я не говорю по-английски, и просто скажу, у меня запись. Спокойно отгримируюсь. Судорог нет, только перед сном правую ногу сводила, и то расскажу, почему. Решил почесать, блядь, стопу. Сильно-сильно согнул ногу, и бицепс бедра у меня минут 15 держало. Но сильной боли не было, я это быстро поймал, разогнул ногу. Как я уснул? Маленькую подушку кинул под пятку, получается, нога была выгнутая. Чувствовал натяжение, но при этом... Боль не была страшная, потом полубочком лег, в принципе, уснул. Нога на возвышенности, обратный погиб, прогиб, растянутая мышца, и окей. Пах, я вас, в общем, не жду, я в грим пошел. О. По неизвестной причине, конечно, бикинистки идут на грим, как обычно, хотя у них последняя категория из всех ближе к обеду. Конечно, все переживают, все волнуются, это абсолютно понятно. И ничего удивительного в этом нет. Так выглядит место проведения. Sorry, tanning room is there. Ладно, короче, ничего не говорят. Пойдем, где был. Это фудкорт, бургерная и так далее. Может, дорога ощусь. Guys, tanning room is there or this way? Все, показали, где tanning room.
Backstage, yes, backstage there, and Tannen's here. Everybody say yes. New stars, guys. This new stars. Where from? Kuwait. Everywhere Kuwait. Тут, кстати, была регистрация, которую я не снимал. Стоят столы, проходило все супер, мега быстро. Кстати, все. Такая небольшая гримерочка. Даня ищет, где пописить. Оп. Еще один русский десант. На месте. В Румынии. Сейчас глянем, открыли, не открыли. Короче, выгнали из грима моментально. В общем, мне кажется, что можно заходить. Наверное. Блядь, скажу, что я не хочу кофту одевать. Совсем. Еще называется, ничего не началось. Тут уже прям ахнут. Так, надо найти Пашку. Так, уже собирают Women's Physique. Процессу регенерации организма многократное ускорение, потому что, ну, это же факт, у спортсменов, у тех, кто ведет действительно, скажем так, достаточно корректный образ жизни, правильное питание и так далее. Так, ну что, друзья, всем привет. Я выступил в бодибилдинге, я в топ-5, но не в центре, с центра убрали. Снимать, фотографировать из зала запрещают, поэтому есть только кадры с трансляции. Жду классик физик, съел грамм 50 соленых чипсов, людей просто, людей как грязи очень много. Как-то не разметили места, для где ложиться, поэтому хаотично. Плюс в том году не было стендов. Стенды всякие есть. Кстати, чтобы вы понимали, скоро закончится соревнование. Animal даже еще не разлили продукцию. А там еще одни есть ребята, тоже еще нифига. Ну, в общем, работнички так себе. В принципе, они могут уже собирать вещи, потому что 4 финалы, это останется уже, наверное, где-то 1/8 тех, кто здесь присутствует, остальные все уйдут. Ну, работают как умеют. Тут красиво. Смотрите, трава, кирпич, зал зрительный еще круче, но снимать там не дают. Я бы, конечно, с удовольствием вам показал. Очень сейчас болит спина. Попытаюсь в этом хламе сейчас улечься. Грим, думаю, поправят. Грим на камеру вроде выглядит нормально, но вот так вот мне кажется, как грязь. Я вижу себя на сцене, когда стою, там экран большой, я вижу задние позы свои, мне вообще не нравится. Как будто бы съедает меня. Ну, главное, это 4-й турнир, главное, я смог, я с апреля месяца держу диету, форму, 4 турнира. Золото Португалии, бронза Польши, золото чемпионата мира, и посмотрим еще здесь, как я выступлю в классик физик, потому что я уже, ну, понимаю, что в бодибилдинге, как бы, я 105, но мимо, но уровень у ребят сумасшедший, и это очень круто, это вообще фантастика. Понятно, тут не 90, 92, я регался 88. То есть чуть-чуть переслитый, но в любом случае это все ерунда. Пацаны запредельные, очень крутые, я прям в восторге. Ну, с ними прям бодаться. Все, я отдыхать. Я еще сниму свою форму, наверное, после классиков. Сюда будет возможность отдохнуть. А вот Артур Королев, смотрите, идет. Первый кулаут. Центр? Центр. Ребята, шоу сам полз. Карту надо. Питер Форел. Подскажи что-нибудь красивое.
Живую, ребятки. Не-не, шикарная форма. Я прям считаю, что Артур претендент на прокарт на турнире. Я видел его конкурентов, поэтому очень крутой. Большой. Давай. You spent a lot of time and energy dieting and working out, right? So now you're here, so congrats to you. Ребята, в общем-то, мы на месте проведения турнира. Сейчас. Любителей очень много. Просто жесть. В прошлом году, конечно, столько не было. Поприезжало столько людей. Я вообще впервые здесь, конечно, турниры, где и про, и квалифайеры отличаются сильно. Да. От просто квалифайеров или любительских турниров. Ну, участников много, на слабую конкуренцию рассчитывать не приходится. 600 человек было заявлено. Знаю, что в шортах 160, в классиках 170. Короче, просто жесть, что творится. Ну, потому что это турнир и последний Испания. Все с надеждой получить прокарту, получить квалификацию на Олимпию. Ну, нет, билдеров тоже немало так-то. Да, но... Конкуренция очень серьезная, очень хорошая. Ну, посмотрим. Я для себя свои плюсы подчеркнул, выставляю сегодня спортсменку, а сам посмотрю на спортсменов про уровня, чтобы на 22-й год выйти самому. Ты уже все, решил, да? Привет. Да, 22-й год буду. Да, это все сказано на камеру. Да. Ну, а турнир 22-го года ты выбрал уже какой-то? Ну, если я пока не знаю насчет весны, хотелось бы весной, но если это будет не весна, то это будет 100% здесь. Угу. Ну, конечно, приедет ко мне в гости повидаться уже. Ну, это очень удобно, потому что я с Украины, это рядом. И удобно, и я уже здесь вот побывал. Ой, да тебе все рядом, это, блядь, я не из России вылететь. Россия, красная зона, паспорт показываешь, тебе уже говорят, домой иди. Да. Ну ничего, дай бог. Мы будем. Казалось бы, кстати, такая обманная штука. Казалось бы, пандемия, ковид, должно быть меньше участников, меньше спортсменов. Но так подумали все и приехали все. А на этих турнирах меньше, поэтому плотность спортсменов везде выше. Да. Это однозначно. Ну, есть хорошие, есть которые просто с дороги пришли, их взяли, намазали. Так смотришь и думаешь, что они тут потеряли такие. У меня такие крышу перекрывали, сухие. И обезвоженные. А есть именно хорошие люди, которые, видно, спортсмены готовились, деятели. Но, с другой стороны, гораздо приятнее побеждать среди сильных. Конечно, мотивация большая. Но будем надеяться завтра, что и про уровень покажет. Уровень, да. Не конец года, да? Да, 100%. А то придется бриться срочно и пить трифас. У тебя есть, да, тайное, если что, оружие? Припас. Оно у всех есть. Thank you. Please welcome competitor 19, Dario Lazzaro. And relax, lat spread. And relax, either side, side tricep. Side chest. And relax, lat spread. And relax, either side, side tricep. Abdominals in one thigh. And relax. Your favorite, most muscular. All right, thank you very much, gentlemen. You can turn and file off stage.
Ну что, друзья, немножко странная система. Сейчас я снимаю на телефон. Вчера можно было снимать на Pro в камеру непосредственно в бэкстейдже, и нельзя было снимать ни на телефон, ни на камеру соревнования. Сегодня же запрещено снимать лайв на Pro в камеру, но при этом можно снимать соревнования на телефон. Ну что ж, благо iPhone самый последний, самый новый. И снимает он вообще ничуть не хуже. Сейчас мы идем к человеку, который не может не быть на про-турнире. Привет. Друзья мои, рад тебя видеть. Взаимно. Вечная, всегда спутница рядом. Ну что, друзья, запретили на про-камеру снимать, прикинь? Да. Да. Но разрешили снимать сцену и соревнования. Так что будет хорошая картинка в любом случае. Как ты? Нормально. Ты что-то подложил сюда под плечи, или настоящие? Нет. Я думал вешалку не достал. Не, ну потихонечку прогрессируем остаток. Сейчас посмотрим. Надеемся, нормально будет сейчас. У тебя еще или это? Да, мы вот решаем после старта, после соревнования. То есть едем мы на следующий день. Еще Испания, да, впереди? Еще Испания, да. Вот, то есть сейчас посмотрим, как выступим. И завтра потихонечку спокойно решим, поедем или нет дальше в Испанию. Желание? Желание-то есть, конечно. Тогда. Я уже посмотрел в январе, 13 января, Саудовская Аравия, про турнир. Ага. То есть Денис Романов будет выступать просто круглый год. Потом 27 января в Кувейте и дальше поехали. И все, да? Classic men's physique, start getting ready. Classic men's physique, start getting ready. Кран. Ну и вот, как написали в интернете, русский гигант. Видите, он занимает половину практически бэкстейджа со своим ростом. Тренер русского гиганта. Как говорится, лег, так лег капитально. Надежно. Да. На камеру запретили снимать сегодня на профессиональную. Ну, на телефон можно. Потому что Паха масло накидает, да? Как тебе соперники? Пролига, фу, говори. Какие вообще мысли-то? Бац, про карта. Ой, если честно, я до сих пор даже еще под впечатлением, я даже не верю, что я дошел до этого, сколько я натерпелся от российского, так сказать, бодибилдинга. И теперь вот такой турнир. Вот один из сильнейших турниров, кстати. Да. И вот она, я до сих пор под эмоциями. Я вот, бывает, думаю, Артур, прикинь, ты это выиграл. Ты выиграл, Артур. Растем на генетик лап. Да, генетик лап. Набираем, растем, БЦАшки, протеишек. Все как надо. Так сказать, я на нем уже с 2018 года. Да, как приехал. Вы сказали, хороший бодибилдер, надо помогать. Да. Я постараюсь поснимать на сцене. Они ругаются безумно. Но я по 5 секунд снимаю. Я очень стараюсь, честно. Ну что, не знаю, слышно ли меня? Вот за моей спиной Денис. Денис Гусев разминается. Не знаю, какой у него номерок, но подождем. Сниму его обязательно, скину видосик. Продолжение следует...
первый вылет. Вот стоит Денис. Сейчас мы его. Решил попробовать Vitabolic, называется бренд, быца с яблоком. Ну, либо они быца забыли насыпать, вкуса почти нет, яблочного, но горчит. Ну, то есть, кто размешивал, сделал неправильную пропорцию. Но, по крайней мере, вода холодная. Вчера на Animal попробовал, но там у них не быца, там предтрены разные, но абсолютно очень невкусные. Конечно, с нашим рейджем по вкусу, мне кажется, ни один предтрен в мире не сравнится, поэтому это что? Rage Pro Genetic, один из самых эффективных, безопасных, разрешенных и очень-очень вкусных предтренировочных комплексов. Это бэкстейдж, там же идут физики. Собственно, Гусев не попал в первую десятку, поэтому мне стало смотреть дальше не очень интересно. Но, естественно, я уже всех физиков увидел, у меня был уровень интересен, я оценил. Ну, ребята, конечно, сказочные, просто сказочные, многие, их очень много участников. По ощущениям, человек 40, наверное, мэнфизиков. Как бы, то есть, здесь конкуренция серьезная. Он в третьем вызове где-то примерно, то есть, где-то там около 12 места. Это хороший результат. Так, что еще? Вот они начинают возвращаться, физики не отобранные. Ой, классик физик, наверное, будут. Я побежал сразу в зал. Классик физик, все, я потопал. And relax, quarter turn to the right. Turn to the back, back double back. Abdominals. Соревновались Blue Pro Classic Physic. Тут судили. Мой Дима. Герой. Да, нормально все. Судили. Просто уже устал. Нет, ну шестерка. Давай так. Мы же в зале смотрели, мы же видели. Я не видел, что пятый и шестой пиздец. Там в первом коллауте, что делают два человека, это загадка. Да пятый и шестой. Не везет никогда. Мне кажется, ей вообще. Мы не говорим о том, что там того. Кстати, мы решили, что она не понимает категорию, если честно. Вот ну, мы вчера это немножко для себя поняли, для любителя. Сложно объяснить. Вот стоит человек, выбирала бы она самых жестких. То есть, если ты не оцениваешь пропорцию генетики, ты оцениваешь качество. Ну, во да, втором. Да, я понимаю. То есть, хорошо, самых, допустим, кондиции плюс пропорции первому, значит, самые оставшиеся качественные должны быть во втором. Но во втором тоже хуй пойми как, и непонятно кто, и как это объяснить. Ну, а человека в первом коллауте, они сырые, они кривые, косые. Ну, я... Ну давайте, парни, покажите красиво. Давайте в ту сторону, от немножечко от света будет, от окошка. Во, все. Давид и Голиаф. И коучи сзади ходят. Двойной битом сзади. У меня Артем в камеру не помещается.
Огонь. Красавцы. На друзья мои, ну что, прошли первые сравнения, идет бодибилдинг, там их много, мы пошли покушать. У нас такая чемпионская еда, картошечка, бургер. На самом деле у меня еще лосось приготовлен с собой, есть в контейнере. Я уже, наверное, на камеру говорил, да, вам, что, в общем, не понял я критерии, как что выбирала девушка. Ну, как да, настоящие бойцы, понял. Просто все дружно пашем дальше. Вот. Если ты как бы не чемпион, то ты принимаешь правила игры и либо работаешь дальше, чтобы быть чемпионом, либо тебе нужно заниматься чем-то другим, очевидно. А мы ничего другого не умеем. Полжизни из жизни отпускаешь, что в шахматы, что ли, идти? Я в шахматы тоже умею. Я когда-то был неплох в киберспорте, но те времена давно прошли. У тебя уже Нелли синдром гормона роста. Ты в КС, ты что, ты не сможешь раздавать? Я в доту играл. Я в КС играл. Хорошо, командно. Вообще, маленький был. Еще были клубы компьютерные. Вы, наверное, ребята, большинство даже их не помните, не знаете. Я играл в StarCraft. Очень на хорошем уровне. Играл на городе старик. Да, протасов. Вот. Еще нормальный старик. Православный. Да, мне там что-то не приготовили. А бульдер? Что брал? Не брал бульдер? Там бульдер стоит. Вон там стоит бульдер. Там готовый бульдер стоит.